Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В строительство нового завода в Кировской области хотят вложить 400 миллионов. Планы по выпуску клееной фанеры в Омутнинском районе озвучил инвестор из Татарстана — Зеленодольский фанерный завод. Как пишут бизнес-новости, в Кирове проект планируется реализовать в 2017-2020 годах. Выход на проектную мощность в 2021. Представители инвестора уже встретились с кировскими чиновниками, депутатами и общественниками, чтобы обсудить начальную стадию проекта, предполагаемые формы господдержки, кадры и другие вопросы. Предприятие должно создать 450 рабочих мест и принести в бюджет 55 миллионов рублей поступлений. Программа «Экономика». В регионе хотят развивать самолетостроение. Тему обсудили на заседании рекотделения Союза машиностроителей. Идею озвучил гендиректор завода «Лепси» Геннадий Мамаев. По его словам, в регионе нужно наладить выпуск комплектующих для гражданских самолетов, например, для российского Ту-204. Поддержал Мамаева и глава кировского машиностроительного предприятия Эдуард Носков. По его мнению, это бы вывело кооперацию предприятий на новый уровень. Однако он считает это труднодостижимой задачей, поскольку в области нет предприятия по авиационному производству. Экономика на 101 FM. 16 уголовных дел завели в Кирове за фиктивную регистрацию юрлиц. Об очередном приговоре сообщает налоговая служба. По ее данным, 30-летняя ранее судимая кировчанка предоставила свой паспорт для регистрации на ее имя 4 организаций. Она в итоге была приговорена к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Как правило, фиктивные предприятия создаются для уклонения от уплаты налогов, сокрытия хищения и других злоупотреблений. В целом, за первое полугодие 2017-го по собранной налоговиками такого рода информации в правоохранительные органы направлено 43 материала. По результатам их возбуждено 16 уголовных дел, остальные находятся на рассмотрении. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,88, курс евро 68,36. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.